Депутат городского округа Люберцы Владимир Сурков провел для представителей старшего поколения очередной праздник. В 10-й школе состоялся концерт ансамбля «Китиш» при участии баяниста-виртуоза «Споем вместе». Кроме музыкальной программы, участников мероприятия ждала и спортивная. Инструктор провел для них разминку и дыхательную гимнастику. Подобные встречи проходят при поддержке партии «Единая Россия» в рамках акции «Забота рядом». Следующий концерт состоится 12 октября в 44-й школе и 19 октября в 24-й. Вход свободный. Начало в 18:00.